Привет, друзья! Еще раз хочу заострить свое внимание на двух таких компонентах, как салициловый спирт и камфора. Камфорный спирт. И камфорное масло, да? Или салициловая мазь. Не знаю, почему нет салицилового масла. Ну, значит, видимо, не получается это самое. Камфора, салициловый спирт и салициловая кислота. Это очень-очень-очень-очень нужные вещи для убийства микропаразитов. Видите? Смотрите, как аспирин, ацетилсалициловая кислота, которая является производной от салициловой кислоты. Или наоборот, хрен его знает, не суть важна. То есть люди, которые принимают аспирин, который разжижает, как они пишут, разжижает кровь, а на самом деле убивают трихомонад, дает возможность, да, делать кровь более жидкой, соответственно, убивать тромбы внутри. Поэтому, а камфора, которая низкомолекулярная и очень камфорное масло, да, и камфора как таковая, да, сам элемент камфоры, который природный, он очень согревает. Хорошо работает на легочные заболевания, то есть вот постоянно я грудную клетку мажу камфорным. Господи, нет, не стоит уже, не суть. Итак, салициловый спирт и камфора. Очень хороший антибактериальный эффект. На сегодня все.